Привет всем, кто меня сейчас смотрит. Сейчас у нас опять начались жаркие очень денечки. И не только по погоде, но и вообще в городе. Сегодня я выбралась пораньше погулять. Вот это отель «Эридан». Когда-то здесь, очень давно, когда только этот фестиваль у нас начинался, приезжала Пугачева, и я вам признаюсь, я была фанаткой Пугачевой и бывало приходила сюда постоять для того, чтобы увидеть ее живьем, так скажем. Вот такие поставили у нас указатели здесь интересные. Там пошли опять палатки. Ну а я хочу пройтись в сторону, где художники сидят и их картины. Иду вдоль палаток. Для гостей города это все очень, конечно, интересно. Вот эти наши белорусские сувениры. Все красиво так. С разных городов к нам в этом году приехали. Какие красивые у нас из соломки сделаны. Просто красота, правда? Белорусские украшения наши. Корзины, качалки. Все так здорово. И так вот до самой-самой выставки наших картин. Я здесь особенно не люблю ходить по этим вещам, мне ничего как бы то не надо. Так, если какие-то сувенирчики, то просто интересно, конечно, посмотреть. Поэтому пока я выключусь. Вот такая вот красота. Я думаю, что это, наверное, князь Ольгерд и княгиня Ольга. И вот их корабль. Красиво, правда? Очень люблю камушки натуральные. Как же вот здесь не остановиться, не посмотреть на эту красоту. А вдруг что-нибудь захочется и выбрать. Очень красиво. Просто замечательно. Смотрите, какая красота здесь. Каждый раз выбираю, обязательно что-нибудь себе покупаю. Дополняю свою коллекцию камушков. Смотрите, какой серый агат красивый. Просто сказка. Я от таких столиков подойти просто не могу. Ну, пошли дальше. А здесь все из кожи. Посмотрите тоже, как здоровски все это сделано. Ну, просто ручки золотые у людей, которые это такое делают. Такая красота. Просто... Замечательные кошелечки какие-то. Девочки еще тоже выкладывают там и камушки, разные безделушки. Но отправляемся дальше. Смотрите, какая красота, какие куклы ручной работы. Ну просто как живые, ну очень красиво. Красота, правда? Девочка рисует. Ну вот, наконец-таки я дошла до картин. Переходы не снимала, все выключала для того, чтобы не трясти телефоном, чтобы было более четко, можно было все посмотреть. Смотрите, как красиво все. Какие цветы нежные, тона такие. Пошли дальше. Красавица фотографируется, какие у нее татуировки на руке. Красиво. И вот туда дальше теперь пойдем до картин. Что-то сегодня еще мало очень, или я вышла рано, потому что вот пустые такие вот стеллажи. Вот. Какая красота. Наш город – это город художников.
Юрий, здорово. Здорово. Пожалуйста, фотографируй только нельзя. Смотреть можно глазами, фотографировать нельзя. Вот как. Смотреть можно, фотографировать нельзя. Ну и не надо, ну и ладно. Ну и не будем. Пойдем, кто разрешит, посмотрим. Все так красиво, просто сказка. Здесь на меня никто не кричит, что я снимаю, поэтому вот будем снимать, чтобы вам показать, какая красота здесь. Можно заказать портрет, видите, заказать прямо по фото. Море, маки. Вот интересные какие картины. Какая красота. Хорошо, что я вышла пораньше, людей еще мало, можно все это посмотреть спокойно, заснять картины в миниатюре. Смотрите, как интересно. Вы можете приобрести себе большую картину, можно приобрести вот такую вот крошечку. Даже очень интересно. Картина с видами нашего города. Художник пристроился уже, сейчас будет рисовать. И напротив тоже художники сидят. Хотите нарисоваться, в смысле заказать свой портрет, пожалуйста, всегда пожалуйста. Пойду искать художника, который меня рисовал. Что-то я его не нахожу, похоже. Вот я уже пришла к выходу, но нигде я его не нахожу. Хорошо, посмотрим, хотя бы посмотрим эту красоту. Есть очень дорогостоящие картины, которые просто для шикарных домов, где можно это повешать. А есть очень простенькие, но это на наш взгляд, я не очень в этом разбираюсь. Конечно, вижу, когда очень что-то очень красивое такое, вот, масляными красками. Шикарные цветы. Красиво как. Вот и все, вышла я из этой картинной галереи, получила огромное удовольствие. Ну, значит, на этом все. Сегодняшний поход в картинную галерею закончен.